Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо з ясновидицею, рунологиною, тарологиною та авторкою блогу «Пізнай сакральне» Катериною Сінчук. А говоримо ми, звичайно ж, про найактуальніші питання, які всіх наразі цікавлять. А саме, коли закінчиться війна, коли помре Путлер. А власне, такі і та інші прогнози сьогодні почуємо від пані Катерини. Вітаю вас, пані Катерино, дякую, що знайшли час до нас завітати. Ну що ж, давайте загалом з ваших прогнозів почнемо. І ви, як ясно видиться, який прогноз бачите щодо майбутнього України, щодо війни? Ну, що продліться. Саме опасне время ми пройшли. Саме кровопролитне время – це був іюнь, червень. А после 13-16 липня ситуация будет развиваться в другую сторону, то есть мы будем отвоевывать свои территории. С каждым днем будет событие происходить очень быстро, очень стремительно, то есть это все будет очень быстро происходить. Освобождение территории в конце серпня, в августе, начнутся переговоры, ну, я так думаю, что раз начнутся переговоры, значит, линию фронта, которая была на 23 февраля 2022 года, мы отвоюем за это время, потому что начнутся переговоры. В начале августа начнутся переговоры скрытые, об этом люди не будут знать, но будут что-то долетать. Но со второй половины августа уже начнутся такие серьезные переговоры, когда будут общаться не только две страны, а и другие страны. Вот, эскалация конфликта возможна, но уже у нас идет приобретение территории, а у РФ потеря территории. Тобто те, що нам повідомляють по телебаченню, все ж звітують, що там кілометрами, десятки кілометрів потихенечку йдеться, ну, проходка на наш контрнаступ на наші території, тимчасово окуповані. Це правда? Так, так і є. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от власне, навіть дуже незвично вже казати цю фразу, а коли ж закінчиться війна? Буде кілька етапів. Когда перестанут летать ракеты, ну вот, когда спадет вот это вот самое большое напряжение, это, скорее всего, середина сентября, до выясняться буду. Потом будет тишина, какой-то период затишья, а потом у нас там коридор затмений зимой, вот, осенью, зимой. Вот там тоже, возможно, какая-то агрессивная реакция, но уже территории будут освобождены. Юг так точно. Ну, то есть до этого времени юг мы освободим. И переговоры будут длиться еще несколько месяцев, но это уже будут переговоры, как таковой военных действий, ну, кое-где будут перестрелки. Но не будет полномасштабной войны, будут уже переговоры, решение этих вопросов. Я так думаю, что это может затянуться до, не то что конца года, может быть, начала 23-го года, потому что я вижу зиму, период Водолея, а период Водолея у нас 22-23 сечня. Вот с этого периода у нас как бы это все как заканчивается, а с той стороны это все начинается, то есть начнет развиваться. И через год, да, вот от начала военных действий у нас уже вообще какая-то как тишина и надежды на будущее, то в Запоребриком там начнется, ну, война, не война, какие-то взрывы, я точно вижу, конфликты, выяснение отношений, деление территорий. То есть Россия не выйдет из этого безнаказанно, не выйдет. То есть это кармическая ситуация. Если мы свою карму уже отрабатываем, то они только начинают. Можливо, там будет революция внутрішня? Да, да. Вполне возможно, что это будет революция. Очень возможно, что будет колоссальное количество терактов. Такие исторические события будут повторяться, как было несколько, ну, лет 20 назад. История циклична? Циклична, так.
И вот эта история будет повторяться, дома будут взрываться, музеи какие-то, метро, то есть люди будут в замешательстве, и будет очень много недовольных. Но ситуация начнет развиваться. Сейчас они не понимают еще, к сожалению. Они это поймут, когда у нас будет день рождения. Вот у нас летом день рождения. Вот. И тогда будет понятно, что они проиграли, потому что ну, уже выдать за победу то, что происходит, будет невозможно. Потому что территории будут возвращены, многие наказаны, и там тоже чистка внутри какая-то происходит. Очень много людей, знаете, они как скорпионы или как тараканы друг друга поедают. То есть уже есть этот процесс. Может быть, мы это можем наблюдать, что у них уже начался это как в банке эти пауки, делят территорию, и там только смерть, другого выбора нет. Сбежать не удастся. Можливо, ви робили прогноз, або ж зараз прямо зробимо розкладку, коли буде смерть Російської Федерації, коли розпадеться Російська Федерація? О, цікаве питання. Так, давайте посмотрим. Так, мені вопрос не задавали ще. Щось новеньке. Так. Ну, давайте спочатку зададим вопрос, розпадеться ли РФ. Так. Тому що ми ж не можемо спросити. Чи розпадеться, так. Да. Да, 100%. 100% они распадутся. И давайте посмотрим, когда, как скоро. Вы знаете, процесс уже запущен. И первый, если смотреть, да, вот первые моменты мы уже увидим в районе нашего дня рождения. То есть уже первые моменты, потому что вот только вступает Дева, но это запускание процесса, это только начало, это первые ласточки, что процесс пошел. И процесс гниения, который раньше там могли задушить, духами надушить, припудрить. Автозаки кинуть и все. Да, 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 то есть проблемы нет. То теперь пациент скорее мертв, чем жив. То есть если раньше, знаете, как вот мертвое тело шевелили как-то, и оно как-то двигалось, то теперь уже даже сил не будет играть этот театр, потому что всем будет понятно, наглядно, что процесс гниения начался и даже разложение. То есть он уже сейчас скрытый, но нам будет видно и всему миру будет видно. Именно уже в районе нашего дня рождения. Но процесс не быстрый, то есть это на несколько лет этап. Как я видела ранее, то это где-то в районе 5 лет РФ может распасться до 20 частей. Вы можете себе представить, ну, то есть это будет 20 отдельных государств. И каждый будет делить свою территорию, потому что там будут князьки, те, которые будут хватать эту территорию и настраивать людей против друг друга за кормушку, ну, то есть за ресурсы. И то, что у них сейчас начинается, это просто страшнее, чем были 91-94 года. То есть эта история циклична, она повторяется. Мы опять попадаем в ту же точку, но раз урок не извлечен, значит, этот урок будет более наглядным в этот раз, то есть сильнее гайки закрутит. Власне, ви казали про мертве тіло, і дуже б хотілося, щоб ця мова йшла про Путіна. Тож, ваш прогноз, коли помре найголовніший агресор цієї планети, не знаю, Всесвіту, бо з ким його тільки вже не порівнювали. Мені здається, нема такої жахливої людини, яка б була менш жахлива, ніж він. Ну, этот вопрос мне часто задают, и да, хочется ответить, да, на этот вопрос. Сколько бы я ни смотрела того, кого называют господин Пу, там, разными нехорошими словами, особенно Ультрас придумали им хорошую кличку, вот. К сожалению, или к счастью, его давно нет, а то, что сейчас представляет, это какой-то собирательный образ агрессии, и это, ну, по большому счету, марионетка. И их там столько, я даже не знаю, какое количество этих лиц, которые мелькают. Ну, говорят вот же про двойников. Там 5-6, я не знаю, ну вот много.
дуже багато їх. Вот. І коли умре этот образ, я так думаю, перед нашим днем рождения в этом году. То есть... Так, і подарунок на день народження дуже так, хочеться. Так, так, вот я думаю, що 22 августа. Чого мені так хочеться? Или уже, знаете, как коллективное, бессознательное, говорит, вот будем так отмечать, да, вот. Потому что будут все возвращаться, все захотят увидеться, потому что многие люди у нас за границей или поменяли место жительства. Вот. Семьи распались, кто-то воюет, кто-то волонтерит, поэтому... Война всех зачепила. Да. Власне, про подарунок на день народження та про колектив, скажіть, будь ласка, чи зараз всі там тарологи, астрологи, рунологи, ясновидиці, відьми, чи всі працюють на те, щоб смерть Путіна таки 22 числа наступила? Могу сказати, не всі, але більшість, да. Тому що є люди, які самоустранились або посчитали, що чтобы не зацепило, я не буду участвовать в этом, да, ну, это какая-то, с одной стороны, какая-то трусость, ну, с моей точки зрения, вот, но большинство людей, да, и так как у меня есть и светлые, и темные знакомые, видела, как работают и те, и другие, как светлые поддерживают других людей, снимают вот это вот напряжение, которое находится, стресс, страх. Вот, и как темные работают на то, чтобы физически уничтожить то, что является товарищем Пу. Вот. И коллективы, и большие коллективы, и много групп, я знаю. И это все работает, и замечательно, потому что ну, ракеты выпущены, возвращаются обратно к врагу. Ну, как вы думаете, есть тут работа? Или нет? Ну, взагалі, у Всесвіту є ж ефект бумерангу. Зло випущене, тобі точно повернеться? Ну, так і працює цей світ, да. Чи можемо ми ще зробити розкладку? Спілкувалися з редакцією перед нашим ефіром, і в них також кілька питань. Зокрема, коли звільнять Донбас? Угу. Давайте, посмотримо. Якщо скажу, то коли ми освободимо Донбас? В нашій редакції є люди, які покинули свій дім. Ви знаєте, перші моменти, які будуть відомі, це вже цим літом. Вже якась частина території точно буде відвоювана. Большою ціною, звісно, але буде відвоювана. Люди повернуться в течение 10 місяців. То есть этот процесс восстановления будет не быстрый. То есть отвоевать мы можем и этим летом, но разминирование, освобождение территории, потому что очень много будет гадости спрятано. И чтобы вот нам сказали, освободили сегодня, и завтра можете заезжать. Нет, так не будет. Будет процесс, будут введены какие-то либо войска, либо другие какие-то, знаете, вот люди, которые специально обучены, чтобы зачистить территорию. В прямом смысле, да, вот как бы убрать мусор. И я так думаю, что будет еще какой-то процесс несогласных людей, которые будут портить... Ну, все же есть маленький відсоток прибічників русского мира, да, которые это... хотят, чтобы их освобождали. До зимы. Вы знаете, до зимы этот процесс будет длиться, но те, кто загадывал этот вопрос, переедет обратно через 10 месяцев. Навіть так? Да. Ух ти. Добре, також ще цікаво наразі, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. І от, наприклад, Туреччина, да, 10 років минуло, вона якби дуже довго йшла і незрозуміло в результаті її напрямок не пішов. Скажіть, будь ласка, чи Україна все ж вступить в ЄС? Ну, давайте подивимось. Так, вступить ли Україна в ЄС? Вы знаете, нам так хорошо самостійно. Да, если мы этого будем прагнуть, ну, за это нужно будет побороться. Но это ситуация от нескольких недель до нескольких месяцев. И я бы сказала, что будет 5 несогласных, чтобы нас принять. Вернее, 4 несогласных, а один, который это заколотил. Знаете, ну, плюс-минус заводим. Мы догадуемся так. Вот. Их 5 будет, один главный всех остальных, как слепых кутят.
будут кидать. Но в целом мы договоримся, если нам это надо, если наше руководство решит, у нас все для этого есть. Как, препятствия будут, да, но они больше театральные. Ну, вот знаете, как постановка, когда деревянными саблями сражаются, поранить друг друга нельзя, вот, а показать силу, ну вот... Не, за нами победа, опять же, мне выпадает король кубков, и параллель хочется провести, у нас же наш герб это все-таки трезубец, и вот, чтобы было видно, да, вот, есть товарищ. Так, у Посейдона наш трезубец, да. Власне, про море, Крим, чи ми його отримаємо просто ну, якимось мирним шляхом, чи також треба буде його збройним якимось шляхом забирати? Ні, тут нету війни, тут нету агресії, тут 100% як забирали, так і вернуть. Это будет длительный процесс, это не быстро. Документально будут передавать, возможно, несколько лет. То есть это будут готовы документы, там что-то еще. Референдумы? Да. Нет, ну то, что вернется... Это... Ну, там люди вже зрозуміли, що їм погано стало після того, як... А давайте посмотримо. Общее настроєння. Мені цікаво, справді, люди, які там живуть. Ой, вони там... Ну, вони вже... Їм є що сказати. Знаєте, випала карта, яка говорить, я хочу сказати. У мене є що сказати. Ну, власне, у них і немає цього права наразі сказати. Ну, от видите, це одні і ті ж карти. Ну, от я вам... Вот, я не шучу, да, будет украинским Крым, раз мы, так скажем, провели аналогию, и карты ищут самый легкий способ показать, что это будет Украина, так как мы сказали, что трезубец символизирует Украину, они вот нам так и отвечают конкретно, будет Крым украинским, и люди хотят вернуться в Украину, да, они понимают, что процесс не быстрый, что... Ну, там тоже есть несогласные, я могу сказать, но знаете, как они наелись, знаете, как вот обещали кормить в 3 раза, но не уточнили, что 3 раза в месяц, вот, поэтому, ну, тут люди голодные, да, люди не накормленные. Мы бачили світлини, порожні пляжі, там наразі туристична галузь вмирає, бо просто туди не буде ніхто. Я не видела, просто смотрю настроєння людей, що вони ждуть, чим це закінчиться, і люди, які не согласні, вже виїжджають на територію РФ. Крим буде освобожден, мост буде зорван. Він, звісно, не повлияє глобально, це буде як знак. Символічно. Так, це дуже символічно. Опять же, чекаємо салют в районі нашого дня рождення. У нас что-то на наш день рождения как-то много каких-то подарков. Вот. И изменения, вот наглядные изменения с 13 числа сегодня. 11, да, вот. Так, вот сегодня 11. Вот, с полнолуния, да, процесс начнется. И наглядно это будет видно 16-17 числа. По поводу того, что 16-го, 17-го, 18-го, возможно, очень плохая ситуация для власти за поребриком. Потому что там либо какая-то колотнеча, да, вот прям вот бурление, выяснение отношений, кто-то погибнет, кого-то подставят, кто-то куда-то пропадет. То есть вот какие-то процессы уже будут в самой верхушке видны. Это уже вот прям сейчас. І в нас буквально 2 хвилинки лишилося на останок. Наразі у всіх багато емоцій, хороших, поганих. Від вас порада, як, от, можливо, хтось не хоче йти до психолога, а хоче якось сам, от, можливо, якийсь метод, якусь формулу хочеться від вас почути. Ну, то, що я можу сказати, що для кожної стихії є різні способи очищення і емоціонального фону. Но то, что приходит на ум, да, всем подходит, это обыкновенная свеча, любая свеча, желательно, конечно, воск, вот, и если вас одолевают какие-то страхи, предчувствия нехорошие, эмоции, да, когда вы чувствуете, что вы загоняетесь, как будто вы уже не можете дышать, думать, то есть попали в паническую петлю, то от этого можно избавиться при помощи элементарной свечи, берете свечу, пока не зажженную, просто свечу. Если у вас мысли, да, вот вы не можете избавиться от какой-то навязчивой, плохой мысли. Берете, катаете на лбу эту свечу и говорите такие слова.
все собираю, да, вот все мысли, которые вот хочу избавиться от этого, этого. То есть это вот ваша мыслеформа, которая вас мучает. Вы ее как бы вкатываете в эту свечу. Если у вас какие-то переживания в солнечном сплетении или сердце болит, то есть мы катаем тут эту свечу, как бы на, как на веретено накручиваем. Потом ставим свечу и говорим, пусть в пламени этой свечи сгорит моя боль, мой страх, там, ощущение опасности, беспокойство, то есть любые негативные эмоции, которые есть. Я вам скажу, когда догорит свеча, вот мы, ну, в магии не тушим свечи, это, ну, исключительно редкий случай, если свеча зажжена, должен пройти полностью ритуал, она должна потухнуть сама, вот свеча погасла, за этот период приблизительно одна свеча горит около 40 минут, вам станет легче. У кого-то, ну, кто более чувствительный, раньше почувствует, кто менее чувствительный, меньше почувствует. Если вам не помогло за один раз, можно продлить 3, там, 5, 7, 9 дней, да, вот, при случае того, что вы не можете справиться с панической атакой. Для того, чтобы, например, очистить свое энергополе, очень хорошо поможет душ, соль. То есть вот эти вот моменты тоже очень хорошо очищают нашу энергетику. Ну и земля. Если вам совсем плохо и нужно подзарядиться, ложитесь звездочкой животом на землю и впитывайте, отдаете негатив и впитываете позитив. Знаете, начинаете дышать вместе с землей, да, и почувствуйте, как вы ее любите. Да, и повними вот грудами. Так. Вот. На жаль, ефірний час наш скінчився. Дуже дякую вам, що до нас завітали. Було дуже цікаво. І мені особисто, наприклад, дали надію, бо все ж хочеться перемоги. І українці максимально для цього роблять все. Дуже дякую вам. Наразі в наших гостях сьогодні була Катерина Сінчук, ясновидиця, рунологиня, тарологиня та авторка блогу «Пізнай сакральне» на YouTube-каналі, власне. Говорили ми сьогодні про найактуальніші теми, коли закінчиться війна в Україні, коли розпадеться Російська Федерація та коли помре головний агресор, мабуть, у всіх часів – Путін. З вами був телеканал «Відкритий» Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.